два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Вот такие песни будут в альбоме. Покажи стерву, молодец. Просто это теперь замечательный мужчина. Жесть. Вот, Лёха будет голенький. Жень, подсовывай соски. Может, на соски нормально крепится? Так, уйди с кадра. Подойти. Все, вот они, 24 вот они, участники подниматься. Вот моя карма, стиралку. Смотри на выброс парки. На выброс. Не успеваешь жрать и пить просто с одной локации на другую локацию. Здесь эти лампочки. Сейчас тут, короче, вот Паша уже бегает с такими штуками. Так, вот голенький Женя. Вот еще не голенький Максим. А у Максима есть волшебный чемоданчик. Нет, это Максим. Посмотрите на этого мужчину. Смотрите на него. Когда выйдет это видео, уже будет 3 марта. Смотрите, а это еще и все фотографируют. Наше непотребство. Леха подогрел рубашечкой. Это кто? Да Леха. Почему Леха? Потому что машина убит. Помните, кто творил? Он в этой группе. Кого? Последнее приготовление перед альбомом. Во все тяжкие. Так, иди сюда, мой ты парень. Это Женя придумал. Да. Смотрите, он указывает на Максима. Вон там Леха. Леха голенький. Вы только в этих видео увидите Леху голенького. Только в этих наших семейных хоум-видео. И Макс. Но Макс уже одетый. Ложись ты, ёбаный. Разбивая на осколки. Смотрите, какие у Жеки есть украшения. Макс уже одетый, а Лёха голенький. А там еще Пашка. Так, это у нас на момент съемки альбом еще не вышел, но когда я публикую это видео, альбом уже будет на площадках, поэтому что понеслась. Выйдет наш новый альбом, слушать на всех площадках. Джон, что ты несешь? Я несу счастье и позитив. Леха, он там на картах что-то делает. Это подготовка перед альбомом, выпуск альбома, постпродакшн, продакшн и так далее. У нас здесь в полном разгаре съемки. Мы немножко заебались, хотя нет, мы немножко заебались, но продолжаем съемки. Парень, там... Да? Я голый. Я максимально надеюсь на вашу поддержку. Очень. Так, ну чё, какой трек? Раз, два, три. Танцуй, как тупая. Вот отбивка. Я буду петь свои песни. Я буду играть свою музыку, ты будешь плясать. Двигайся. Танцуй. Даже если ты не умеешь. И все. Нахер оклик. Макс. Смотрите на Леху. Леха. Ложись ты, ёбаный. Разбивая на осколки. Короче, я здесь лежу. Они почему-то стоят. Не спрашивайте, Леха он там на картах что-то делает, там Макс, там он Жека, здесь вот, короче, Паша, что мы что-то делаем здесь, короче, что-то какие-то непотребства. Да, здесь последнее приготовление перед альбомом. Смотрите, какие у Жеки есть украшения. Какие классные, стильные украшения. Сейчас вам покажу настоящего модного парня. Вот он. Так, иди сюда, модный парень. Как тебя зовут? Джон. Что ты делаешь? Я не знаю, я забыл. Джон, что ты несешь? Я несу счастье и позитив. Класс. А сейчас мы, вы помните, короче, фильм «Во все тяжкие»? Помните, кто творил? Он в этой группе. Кого?
Не отпускайте его, не отпускайте! Так, короче, у нас здесь перед альбомом, съемочка перед альбомом, смотрите, что творится. Смотрите, что творится, а это еще и все фотографируют, наше непотребство. Скоро, 3 марта, выйдет альбом. Когда выйдет это видео, уже будет 3 марта. Тавтология. И у нас сейчас последнее приготовление перед альбомом. Вот сейчас я наведу на этих ребят камеру, вы увидите, что там происходит. Есть волшебный чемоданчик. Вот, и у Максима есть новая футболочка, которую он берет на фотосессию. Да, которую прям отжать пытается уже второй раз, блин. Такая прям новенькая футболочка. У Макса вообще все есть, даже малярный скотч. Зачем Максу малярный скотч? Это останется у нас тут. Ну, короче, оставим это за кадром. Вот. Видите, меня, короче, Леха подогрел рубашечкой. Вот. Паша там уже смотрит в глаза кому-то. Сейчас подойду к Максу. Он тоже в черной рубашечке, как и я. И мы сейчас с ним за... Сейчас обувь одену, да? Вот так. 3 марта. Выйдет наш новый альбом. Слушайте на всех площадках. Все. Для блога снимайте. Прыгайте. Давай. Покажи зло. Покажи злость. Покажи стерву, молодец! Вообще фотосет перед выпуском альбома, это, конечно, такое, потому что, сегодня с утра проснулись, чтобы сюда поехать, короче, видите, что там происходит. Сейчас мы, короче, к альбому отфоткались вместе с парнями, сейчас они плюс фоткаются отдельной группой, здесь вообще нереальный движ у нас, поэтому я надеюсь на поддержку, когда выйдет альбом, это видео я пишу до выхода альбома, но опубликую его тогда, когда выйдет альбом, и поэтому я максимально надеюсь на вашу поддержку, очень. Тысячи.
Смотрите, что творят. Смотрите на этого накачанного мужика, он там с татуировками. Посмотрите на этого мужчину, посмотрите на него. Разве может быть запрограммированное, ожидаемое, запланированное счастье? Плачет улица, роль каждого пулета, прямо в сердце каждому. Оказывается, у Жени есть две пары очков. Смотрите. Он сначала был в одних, а сейчас в других. Как так получилось? Ты с утра, то есть осознанно взял вторые очки. Представляешь, у него вторые очки? Он осознанно, прикинь. У него есть второе очко, а мы все знаем. Все. Прикиньте. Талантливый маленький мальчик. Очень талантливый, знаете, два. Два. Вот они. Два. Вот они. Блик, любимая боль, родная, бэд-трип. Февраль по коже нас ждет. Помните того стильного мужика в пиджачке вот с предыдущих кадров? Вот он теперь в Лимбиске переоделся. Макс просто. Просто бомба перевоплощения. Так, нет, не вы, вы. Не, вы тоже бомба, но это Бомбея. Вот это мастер. Так, это мастер перевоплощения. Ты Макс. Макс, себе, ну, Макс. Максон, скоро альбом, короче, 3 числа. Слушай, как тебе так удается перевоплощаться? Вот, блин, живу так, творю. Ты сам такой, да? Да. Класс. Сейчас мы пойдем к Лехе и спросим, короче, перед выходом альбома нужно это знать. Лех, как тебе удалось добыть такой вот крутой стильный образ? Вот этого лысого мужика с татуировками подкачанного. Ты еще сам такой? Да. Получается, это не образ? Нет. Прикиньте, а Лёха еще и бомбер надел. Посмотрите просто. Просто это... Теперь замечательный мужчина. Звезды. Так, ну все, мы здесь отстрелялись. Сейчас идем менять локацию. Паша сделали плюс 100-500 миллиардов фотографий. Он доволен. Идем теперь снимать видео. Меняем локацию на другую. Идем снимать видео. Вообще, я вам не раз говорил, что типа, если вообще там профессионально чем-то заниматься, в том числе музыкой, это как нелегко. Это вообще прям как нелегко. Это как там, не в тапки срать и не просто так, я не знаю, опубликовать куда-то там фотографию. Это должно быть контент, видео, фото, подготовка перед альбомом, выпуск альбома, постпродакшн, продакшн и так далее. Короче, показываю, что у нас тут дальше идет. Я буду петь свои песни, я буду играть свою музыку, ты будешь плясать. Двигайся. Танцуй. Даже если ты не умеешь. Вообще, смотрите, ребятки, какая классная локация. Паша, что за локация? Это бесконечный коридор к Wood Studio. Это бесконечный коридор. Вот, бесконечный коридор. И мы здесь делали фоточки, а сейчас мы идем делать видео. Короче, Паш. Я и говорю, играть. Скинь сиськи, она... Стой, давай играть, короче, давай. У нас здесь есть вот такие вот красивые сиськи. Давай, кто так. Из участников под небом? Поехали, вот это кто?
Леха. Почему Леха? Потому что машина, убийца, зверь. Так, окей. Вот это. Это ты, звезда. Нет, это Максим. Максим? Максим. А, ну нет, пониже, если точно. Оно. Так. О. Это, ну это Женя, по-другому. Так. Смотрите, указывает Максим. Ну, хотя да, Женя все. Пойдем тебя найдем. Пойдем тебя найдем. Так, так, так. Это было. Ну, как, смотри, стой, это, ну, тебя, либо это, тигр, ха, тигр, да, тигр, да, 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 все, вот. Все, все, вот они, 24 вот они, участники, участники под небом, а, подожди, а это я, что ли, там получается? Да, 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 да. Блять. Ладно, короче, ну нет, не это же. Ну не это, нет. Ладно, хорошо, все. Полю песни, которые будут в альбоме, давайте еще раз запоем. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Вот такие песни будут в альбоме. О, о. Сказки, только я не верю тебе. Все, класс, вот такие песни в новом альбоме. Ждите. Так, ну что, мы наконец-то поменяли локацию. Это вторая локация. Локация. Ламборджини. Абстракция. Лёлик. Гиперболизация. И еще много-много-много разных синонимов. Короче, вот ты не успеваешь жрать и пить просто с одной локации на другую локацию. Здесь эти лампочки. Сейчас тут, короче, вот Паша уже бегает с такими штуками, микрофонами, стойками. Женя голь. А, нет, Женя голенький. Вот, Леха будет голенький. Вот, и мы сейчас будем здесь снимать видосики. Так, ну что, какой трек? Раз, два, три. Танцуй, как тупая сука, танцуй, как тупая сука, танцуй, как тупая сука, танцуй, как тупая сука. Есть, вот, отбивка. Я буду петь свои песни, я буду играть свою музыку, ты будешь плясать. Двигайся, двигайся, танцуй, танцуй, даже если ты не умеешь. Значит, Лёха, это микшерный пульт. Правильно, это же микшерный пульт? Наверное. Да, походу, да. Это... Это Женя. Женя, он барабан. Вот, отлично. Кто-то кто-то по тесту там. А Макс куда-то убежал. Нет, говна нахуй. Так, у Лёхи есть гипотеза, что вот эту штуку... легче прикрутить на... Куда, Лёх? На соски. На соске. Он нам периодически крепит, у него хорошо получается. Что это, блядь, такое? Давай сюда! На соски. На соски нормально. Жень, подсовывай соски. На соски нормально крепится? А на гитару что-то не очень. Может, он как-то регулируется, блядь? Нет, нихуя. Сейчас парни, короче, будут снимать, много снимать, очень много снимать, приходится очень много снимать. Макс, он немножко... Нет, хотя Макс не нервный. Целую жизнь в песне, течение быстро, we'll be right back.
забывайте то, что я снимаю. И у нас альбом уже вышел. У вас есть возможность послушать крутую музыку. Вышел альбом. Скорее, скорее слушать, скорее слушать, скорее слушать. Всегда лучше, но в этой камере ты еще лучше. Блин, надо сделать, чтобы тебя все видели в 4К. Да! Лех, врубил? Врубил? Класс. Спи, 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 спи. Это только начало. Сейчас будем еще кое-что переснимать. Подснимать. Короче, весело.
Макс, ты что пристал? Пусть работает человек. Группы «Слушает сердце», у них выходит новый альбом «Под небом», это Штирлиц, новый барабанщик. Сыночка, Штирлиц всю ночь топил камин, на утро камин утонул. Передай людям, которые будут 3 числа слушать альбом, собственно, «Под небом», который «Слушает сердце». Ребята, там ждет самая крутая новинка этого года. Хорошо. Тут шутки не будет. Давай, отбивку. Сейчас я вам покажу одну вещь, которую вы никогда не увидите вживую или в других влогах, она только в моем. Макс издевается. Я наврал! И Макс тоже схуднул за это время. Пока прыгал, ты, конечно. Да, да, да. Макс на гитаре как сумасшедший просто шарашит. Так, уйди с кадра. Да. Подойди. Очень крутая локация. Для вас пилим суперкрутяцкие сниппеты. Максон уже успел переодеться. Штанишки переодел, футболочку переодел, все переодел. Не знаю, но я вот. У нас здесь в полном разгаре съемки. Мы немножко заебались, хотя нет, мы немножко заебались, но продолжаем съемки. Я голый. Альбом! А что сказать? А что говорить-то? Желаю всем добра и позитива. Спасибо, что посмотрели этот влог. Альбом 3 марта.
под названием «Слушай сердце». Где он? На всех площадках. Леха. Да. Е-е-е-е-е-е! На книжный тоже. Спотифай. Да. Все, у нас закончились на сегодня съемки. Их было много, на сегодня достаточно. Закончилось, на сегодня достаточно, да? На сегодня достаточно, все. Я буду петь свои песни. Я буду играть свою музыку, ты будешь плясать. Двигайся, двигайся. Танцуй, танцуй, даже если ты не умеешь. Это новый барабанщик группы «Слушать сердце». У них выходит новый альбом «Под небом».